Генеральный партнер программы «Семечки от Мартина». Всегда солнечное настроение. Встречай весну с семечками от Мартина. Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе «Янта». «Янта» – есть вкусно. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в Приморье на четверг, 3 апреля. В Лесозаводске и в Дальнереченске дождь со снегом и 9 градусов тепла. В Тырные и в Мельничном снег, плюс 2, плюс 3 градуса. В Дальнегорске дождь со снегом и плюс 7. Дождь со снегом и 7 градусов тепла в Ольге и в Ковалерово. В Спасске Дальнем без осадков и 6 градусов тепла. В Чугуевке плюс 8 и вновь дождь со снегом. В Пограничном и в Камендерболове облачно, в Камендерболове плюс 6 градусов, в Пограничном плюс 9. В Находке и в Партизанске плюс 8, в Находке пройдет дождь со снегом. В Артеме, Славянке и в Уссурийске без осадков, в Славянке плюс 8 градусов, в Артеме и в Уссурийске плюс 9. Во Владивостоке переменная облачность, ветер северный, северо-западный сильный. Атмосферное давление существенно меняться не будет. Температура воздуха 6 градусов со знаком плюс. Вань, очки надень. Остоптик. Наши очки носят все. Остоптик. Город Владивосток. Улица Семеновская, 30. Прогноз погоды в местах отдыха в Приморье на четверг, 3 апреля. На островах Русском и Попово облачно и 6 градусов со знаком плюс. В пригородной зоне от Седанки до Садгорода также облачно и 6 градусов тепла. На Шамаре на Тавайзе без осадков плюс 6, плюс 7 градусов. В Шкотовском районе облачно, в Кучелиново плюс 6, в Штыково также 6 градусов тепла, в Анисимовке плюс 5. В Партизанском районе местами пройдет снег, в Тигровом плюс 4, во Владимиро-Александровском 6 градусов выше 0. В Лазовском районе снег, в Преображении плюс 3, в Чистоводном плюс 4 градуса. В Арсеньеве 1 градус тепла и без осадков. В Кировском районе малооблачно, в Шмаковке и в Горных Ключах 7 градусов со знаком плюс. Прогноз погоды в странах АТР на четверг, 3 апреля. На севере Японии малооблачно, в Саппоро плюс 12 градусов, на юге страны дожди, в Токио плюс 17, в Осаке плюс 18 градусов. На севере Китая малооблачно, в Харбине плюс 7, в Даляне плюс 9 градусов, на юге без осадков, в Шанхае 18 тепла. На севере Корейского полуострова малооблачная погода, в Пхеньяне 12 градусов со знаком плюс, на юге Кореи небольшой дождь, в Сеуле плюс 13, в Пусане плюс 18 градусов. На Тайване дожди, в Тайбэе плюс 20. На севере Вьетнама местами дожди, в Ханое плюс 30, в Дананге плюс 33. На юге дождь будет небольшим, в Хошимине 38 со знаком плюс. Небольшой дождь пройдет в Таиланде. На Пхукете 30 градусов тепла, в Сингапуре и в Куала-Лумпуре дожди и 31 со знаком плюс.